очередной ужин у Лори. У нас 10:30, а это значит, что нам пора кушать. Что у нас здесь? Здесь у нас пюре. Вот такое детское, с 5 месяцев, без сахара. Но обязательно я добавляю туда мед. Сейчас чуть-чуть. Я много, конечно, взяла. Вот столько меда. Белочка у нас сахарная, мед она обожает. Так, здесь у нас кабачок. Вот он. Здесь у нас огурчик, перчик, сладкий красный перец, ну и червячки. Червячки я даю вот такие. Зофобос. Идем кормить, посмотрим на ее реакцию. Ой, совсем забыла про вишенку на торте. Это будет прям самая настоящая домашняя вишенка. Ягодки они тоже любят. Лесные им давать нельзя, у них аллергия может быть. А вот садовые вполне. Клубничку, вишенку, черешенку они кушают. Идем смотреть на реакцию. Ну что, открываем. Ага, сидит он. Привет, я пришла тебя кормить. Как дела? Не кричись. Ты же, я знаю, что меня сейчас кормить будут, да? Не будешь кричать? Скажи, давай, мамка, корми, корми. Так, вот сейчас мы ставим вот эту тарелочку. Ой, подальше. И вот тарелочка с фруктами. Иди кушай. Иди. Сейчас я попробую червячка дать прямо в лапки. Ну, не. Реакция уже получше. Уже не орёт. Нянк. Червяков обожают. Для них это лакомство. Да, Лори? Где лакомство? Мамка, скажи, корми меня 10 раз в день червяками, мы быстро с тобой помиримся, да? Буи-буи-буи. А тебя вкусненько, когда рот занят, не орешь. Это мы уже выяснили. Выплевывает шкурку. Шкурка тверденькая, она и не ест. А то, что внутри, все кушает. Вот такая вот няха. Ладно, кушай. Вот, короче, ее ужин. Вот она ему будет в течение всей ночи кушать. Спать она ляжет примерно в 5-6 утра. Да не бойся, не бойся, не бойся, доедай ты червяка своего. Уже поспокойнее на меня реагирует, так что дело идет на поправку. Ой, какие лапочки, какая сумочка у девочки там. Ты же вроде меня и не обижаешь, да? Ладно, пусть кушает.